Украинский штурмовик Су-25 пролетел примерно на высоте 10 метров над пляжем Запорожской области. Момент бреющего полета очевидцы засняли на видео. По данным издания «Обозреватель», на пляже Азовского моря у поселка Кирилловка в тот момент было всего несколько человек. В Азовском море украинские военные проводили учения, и пограничники Мариупольского отряда морской охраны в составе объединенных сил отрабатывали задержание судна-нарушителя, спасательные мероприятия при пожаре на катере и также оказание помощи поврежденному в боях с противником судну. Авиация отрабатывала поддержку других частей с воздуха. Хочется также напомнить о другом инциденте, который произошел 20 мая. Только уже на другой территории. Так было опубликовано видео полета американского транспортного самолета С-130, который буквально в метре над военным пролетел. Воздушное судно состояло на вооружении Саудовской Аравии, и оно пролетело так низко, что солдаты буквально могли дотронуться до фюзеляжа. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних новостей.